Мы начинаем с дисклеймера. Дисклеймер – это предупреждение о том, что данная Zoom-конференция, данное видео проходит в рамках маркетинговых действий компании Dex Freedom Marketing Ltd. Это не инвестиционная компания. Наши клиенты – это не инвесторы, это покупатели. И любые платежи на сайте Dex Freedom не являются инвестициями, а являются оплатой покупок. Можете сделать скриншот данного дисклеймера и его полностью отсмотреть. А теперь мы переходим к презентации инновационной, прорывной, новой, современной, меняющей мир технологии, технологии DexNet. Прошу включить видеоролик и давайте познакомимся с самой технологией. In a world rapidly advancing towards the future, Global Dex Cloud is the embodiment of decentralization, autonomy, and security in the Web4 era. Dex Node might look like your ordinary home Wi-Fi router, but it's equipped with a staggering 2 terabytes of SSD memory, and each Dex Node is a crucial building block in our global decentralized cloud. The communication between the Dex Node devices is ensured through Dex Internet. These channels work in unison, forming a resilient and secure network that spans the globe. Our unique autonomous communication channel, operating at a frequency of 433/918 MHz, enables Dex Node devices to discover one another within a 5.5 km radius, forming stable and secure direct communication links, akin to a honeycomb pattern. Dex Mobile leverages existing mobile towers to facilitate secure data exchange between Dex nodes. All the transmission is facilitated with Swarm from SpaceX satellites that distribute the internet fast, secure, and decentralized. As technology advances rapidly, and so do our needs, Global Dex Cloud stands as a beacon of decentralization, a step further of the internet as we know it today. It empowers users to take ownership of their nodes, shifting the balance of control. Moreover, each node grants individual access to the Dex Cloud and to the possibility of earning token rewards for contributing to DexNet Cloud network development. This all-in-one solution also boasts an 8-core Amlogic S912 Cortex processor, a full-color IPS LCD display, Ethernet and Wi-Fi connectivity, high-performance cryptocurrency mining capabilities, a secure terrestrial communication channel extending up to 10 kilometers, a 2-terabyte solid-state drive, 4 gigabytes of RAM. With Dex Node, we take the first step towards the future, encapsulating the whole world in a small and secure device. Друзья, меня зовут Дмитрий Разумовский. Я являюсь директором по стратегическому развитию компании Dex Freedom. У меня есть прошлый опыт управления 700 сотрудниками. Это 15 предприятий, объединенных в большой холдинг. Это была моя собственная компания. 15 бухгалтеров, 15 директоров и 700 сотрудников. Я с 23 лет занимаюсь бизнесом. Когда-то я прочитал книгу Роберта Киосаки и решил, что буду создавать бизнес. Я создатель коттеджного поселка, хорошее место в Челябинской области, на 125 землевладений и совершил более 125 сделок с недвижимостью. Заработал свой первый миллион долларов в 2008 году, как раз когда продал недвижимость, которую купил за 200 тысяч, продал за миллион. И я впервые вдохновился силой и созданием партнерского бизнеса однажды, в 2016 году, и создал сеть 103 тысячи партнеров,
И это у меня получилось уже. Это мои прошлые результаты. Теперь, что я создаю сегодня и что мы с вами создаем сегодня? Мне как строителю очень важно, чтобы бизнес наш находился не в просто кабинете в виде цифр, и не просто нам приносил какой-то доход от чего-то, от какой-то легенды. Мне очень важно иметь дело с реальностью, то есть с реальным продуктом, например, как настройки, кирпичи, фундамент, грузовики, дома. И сегодня с нами у нас с вами пойдет речь о новой инновационной технологии, которая основана на вот таких вот устройствах. Это DEX-нода. Значит, это продукт реальный, который можно трогать в руки, который связывается с другими устройствами, и вместе эти устройства образуют глобальную большую платформу DexNet. Именно об этой новой платформе, о ее пользе для всего человечества мы с вами поговорим сегодня. Мне очень важно в бизнесе, и, наверное, вам тоже, конечно, насколько это прибыльно. Можно ли на этом заработать? Сегодня вы узнаете ответ на этот вопрос. И второе, что мне еще очень важно, в первую очередь, какую пользу данная технология принесет всему человечеству. И какую пользу конкретно каждому человеку принесет эта технология. То есть лично вам. Вот что вам от этого всего? Ну, прежде всего, давайте посмотрим, на то, что существует сегодня в мире. В мире существует интернет, всеми нами привычный, удобный, с помощью которого мы сейчас с вами и говорим. Интернет сделал нашу жизнь комфортной и удобной. Мы можем заходить на сайты, пользоваться банковскими приложениями, можем пользоваться социальными сетями, можем пользоваться различными сервисами, такими как доставка продуктов, вызов такси. И все эти сервисы, они не могут существовать без интернета. То есть интернет – это платформа, на которой появились эти удобные сервисы, которые сделали нашу жизнь счастливой. Но есть и обратная сторона. Все эти приложения, все эти сервисы запрашивают наши персональные данные. Почту, e-mail, телефон, наше имя, наши паспортные данные иногда. И эти данные попадают в сеть, попадают на какие-то сервера. И вот будь то сервера каких-то крупных компаний или это частные сервера, которые находятся в офисе каких-то бизнесов, эту информацию, которая хранится на сервере, она может утекать оттуда. То есть либо злоумышленники ее оттуда берут, и в сеть попадают целые банковские базы данных, либо халатные отношения, либо изымают сервер, либо может случиться пожар или наводнение, то есть сервер может быть выключен. И тогда, если у какой-то компании пропадает сервер, то вся ее деятельность останавливается. Соответственно, компания теряет бухгалтерию, управление, клиентскую базу. Если ваши персональные данные куда-то утекают, то нам с вами это не нравится. Любому человеку не нравится, когда смотрят его фотографии или читают его переписку. Нам не нравится, если злоумышленники завладели нашими паролями от криптовалютных кошельков, и вдруг у кого-то пропадает криптовалюта. Это случается редко, но тем не менее случается. И нам не нравится очень с вами, если отключают интернет. Это целая проблема, это иногда случается в мире, либо в случае каких-то конфликтов, либо какие-то, ну, в общем, жизненные ситуации, стихийные бедствия, интернет пропадает, и нам с вами это очень не нравится. То есть мы настолько к нему привыкли, к интернету, что так сильно его любим. И сегодня пойдет речь о том, как нам с вами дальше жить. Оставаться на привычном старом интернете, который имеет свои проблемы, это прежде всего проблема безопасности, либо создавать новый интернет, другой интернет, еще один интернет, которым человек приобретает и безопасность, и свободу. Свободу
использовать свою криптовалюту в случае необходимости, даже в случае блэкаута, свободу посещать любые сайты без каких-либо ограничений, блокировок и свободу пользоваться интернетом и также размещать свои там сервисы, хранить безопасно. И это наш выбор, перед которым мы стоим. Выбор очевиден. Каждый человек хочет получить безопасность, свободу, а еще желательно и деньги. И вот именно это приносит нам с вами эта чудесная новая технология Dexnet, о которой мы сегодня поговорим. Миссия этого интернета, Dexnet, сделать интернет автономным, безопасным и подключить низкоорбитальную спутниковую сеть Swarm от SpaceX. Компания Swarm принадлежит компании SpaceX. Компания SpaceX – это, как вы знаете, компания Илона Маска. Разработал технологию Алексей Кидо, молодой программист, который имеет три высших образования – юридическое, техническое и военное образование. То есть у Алексея в порядке с дисциплиной, с документами, и он сам спокойно может взять это устройство, спокойно может его открыть, отверточкой там что-то припаять, подключить какие-то проводки, соединить какие-то чипы. То есть он очень хорошо технически подкован. И вот когда-то раньше, 7 лет назад, Алексей работал руководителем в IT-компании, руководителем IT-департамента, и в этой компании изъяли сервер. Компания была парализована, отключен клиентская база, потеряно управление, и компания стала под угрозой выживания, существования. Тогда у Алексея родилась эта идея сделать интернет безопасным. И у него это получилось. Сначала он разработал эти устройства для себя и хотел выпустить их на рынок 500 штук для своей компании, для своей мультиметавселенной. Но позже этой технологией настолько сильно заинтересовался крупный бизнес и влиятельные люди, что Алексей решил эту технологию масштабировать на весь мир. И вот что мы имеем. Устройство Dexnode. Оно имеет внутри техническую начинку. Это мини-компьютер. Там есть и процессор, и память, и жесткий SSD-диск на 2 терабайта, и модули связи со спутником, модуль связи, радиоканал с другими устройствами, модуль связи GSM, 5G интернет можно связываться, и публичный интернет, привычный с вами. Что необходимо сделать простому пользователю? У каждого из нас дома есть Wi-Fi и Wi-Fi роутер. Необходимо его просто выкинуть и поставить вместо него устройство Dexnode. Его очень легко подключить. Вы просто вот я сейчас беру и подключаю, и устройство начинает функционировать. Все, что нужно сделать, это ему дать питание и дать интернет. Я сейчас его подключил к своему этому самому зарядному устройству для телефона, пауэрбанку, и на нем оно спокойно может функционировать. Также можно его включить и в сеть, в розетку, оно также будет спокойно функционировать. Что же получается и для чего же это устройство человеку включать? То есть не просто включить, а еще получить ряд преимуществ, стать частью платформы Dexnet. Давайте разбираться дальше. Вот внутри у него содержится чип Swarm. Не во всех устройствах. Достаточно 50 таких чипов на 1000. Тогда эти 50 нод смогут соединиться со спутником, обнаружить друг друга, передать информацию, сеть включится, и дальше устройства уже начнут коммуницировать в сети, и Swarm им практически не нужен. И зачем же эти устройства включать? Ну, проблемы интернета, я вам только что рассказал, это проблемы с безопасностью, с утечкой данных, а вот в случае с Dexnode, смотрите, что происходит. Ваша информация, любой файл, любая там секретная информация, фотография, что угодно, загружаясь на платформу Dexnet, разбивается на 1000 фрагментов. Каждый фрагмент отправляется на одно из 1000 работающих устройств Dexnode и дополнительно копируется 5 раз. То есть существует 5 копий. Если вдруг
какая-то нода отключается, то оставшиеся 4 ноды тут же копируют информацию и создается пятая копия. И таким образом в доступе есть всегда 5 копий. Если вы скачиваете информацию обратно из сети Dexnet, то скорость скачивания умножается на 5, так как существует 5 копий, 1000 кусочков, они мгновенно собираются на вашем компьютере, и вы мгновенно получаете доступ к вашей информации. Технология работает по принципу торрента. Если вы через торрент смотрите видео, то вы можете смотреть видео 4К в высоком разрешении, в суперкачестве, и для этого видео собирается там с сотни компьютеров сразу же и в один большой, то есть поток, и вы его смотрите. Для этого достаточно простой скорости интернет, обычный интернет, домашний интернет проводной для этого подходит. И в случае, если вдруг кто-то перехватывает один из 1000 кусочков вашей информации, то у него нет ключа. У него получается набор нулей и единиц. И только вы, хозяин информации, можете ее получить назад. И только у вас есть ключ. Ни у компании, ни у других нод, ни у других клиентов Dexnet нет доступа к вашей информации. Это основа, фундамент сохранения информации. Вот это дает новая технология. Ее пытались повторить другие люди, и есть сейчас попытка создания интернета и технологии Web 3.0. Но Web 3.0 использует существующие сервера, а Dexnet создает именно Web 4.0. Что такое Web 4.0? Это следующее поколение интернета, когда не используются существующие сервера, а когда создаются новые узлы связи, автономные, отдельные от компьютеров, отдельные от серверов. Это и есть рождение новой технологии Web 4.0. Эти все устройства, связываясь с собой на 5,5 километров, образуют большую сеть. Это может быть сеть размером с город, страну, континент, материк. И образуются такие кластеры большие. Вот когда эти ноды все объединятся, тогда им уже не нужен будет интернет, они просто будут связываться друг с другом. Тогда появится интернет Web 4.0, еще одна сеть. И на этой технологии очень крутые возможности, которые можно использовать. Когда с этой технологией познакомили шейха, он предложил: давайте я вам дам, сколько вам, 50 миллионов, 10 миллионов долларов, сколько вам нужно. Ну, разработчик ему сказал, что нам деньги не нужны. Тогда шейх предложил следующее. Окей, что там у вас такого интересного, что вам не нужны деньги? Переносите производство технологии в Дубай, открывайте компанию в Дубае. Я зайду в эту компанию адвайзером. Это с послания шейха. И делайте громкий запуск в Дубае. На этот громкий запуск, соответственно, приглашается сообщество Дубая, инвесторы, бизнесмены, предприниматели. Кто-то хочет строительной компании оснастить свои новые дома этими DEX-нодами. Кто-то хочет продвигать эту технологию на весь мир. В общем, кто-то хочет просто платить за эту технологию и использовать эту безопасность. И, соответственно, первый клиент, который оценил по достоинству безопасность технологии Dexnet, это инвестиционный фонд Profix One. Он проинвестировал 1 миллион долларов в технологию Dexnet за то, чтобы первым к ней подключиться и разместить свою платформу именно на технологии Dexnet. То есть большой бизнес готов платить за безопасность. И образовалось партнерство Dexnet плюс Profix One. Соответственно, открылся офис в Дубае, из которого сейчас идет эта трансляция, и запустилась глобальная платформа, которая уже очень скоро запускается, и мы с вами этому свидетели и очевидцы. Все происходит прямо на наших глазах. Давайте сейчас посмотрим видео, как прошло открытие офиса в Дубае. На это открытие приехало 50 человек, присутствовал шейх, перерезал красную ленточку, и офис работает
и готов приветствовать наших новых партнеров и клиентов. Итак, офис запущен, компания открыта, крупный бизнес готов платить за использование технологии, осталось только ее распространить на весь мир и сделать ее в каждом доме у каждого клиента. Соответственно, на этой платформе из тысячи нот и более, 10 тысяч, 100 тысяч и так далее, разворачиваются различные сервисы. Самые первые – это Dex Cloud и Dex Mobile. Следующие – Dex Wallet для безопасного хранения криптовалют. Следующие – Dex Game, Dex Metaverse, Dex Phone, Dex Messenger и даже собственный блокчейн. Первый в мире по-настоящему децентрализованный блокчейн. Мобильный оператор уже протестирован более чем в 20 странах. Это электронная eSIM. Она устанавливается в современные новые телефоны, которые поддерживают 4G, 5G. И при перемещении из страны в страну вам не нужно переключать SIM-карту. У вас всегда есть одна SIM-карта, которая работает в любой стране с любым оператором. Вы просто оплачиваете тариф, гигабайты трафика. И такую сим-карту можно будет купить за деньги, допустим, за 25 долларов, а можно будет купить за токены. Пойти на биржу и купить токены. Это первый источник пополнения биржи, новые клиенты, которые хотят подключиться к Dex Mobile. Также будет и с другими сервисами. Их можно будет купить и за деньги привычные, и за токены DexNet со скидкой, соответственно, клиенты пойдут на биржу, будут искать токен и будут его покупать. Итак, миссия платформы DexNet – сделать интернет безопасным, приватным и обеспечить выплату доходов от крупного бизнеса всем участникам сети, которые поддерживают эту сеть, которые поддерживают эту сеть из тысячи, сотен, десятков, сотен, тысяч вот таких вот устройств. То есть каждое устройство простому клиенту приносит вознаграждение в токенах. Итак, кто же мы с вами? Мы Dex Freedom Marketing Ltd. Партнер с эксклюзивными условиями. Что значит эксклюзивными? Это значит таких условий, как у нас нет ни у кого. У нас особенные условия на продвижение данной технологии. Наша цель – сделать мир безопасным, свободным и защитить наших клиентов. А кто наши клиенты? Кому интересна покупка данного устройства? Она интересна всем, каждому человеку, который просто хочет его купить, просто хочет его включить и просто хочет ни во что не вникать, а просто получать токены и пользоваться сервисами на DexNet. Вторая категория – это кто начинает пользоваться сервисами. Отдельные люди, которые просто покупают сервисы и развивают эти сервисы. И третья категория – это наша команда, то есть те люди, которые продвигают новую технологию. Здесь нас ждет просто превосходное будущее. Вспомните, что было раньше с теми, кто продвигал криптовалюты, в частности, биткоин. Там 2008-2009 год над этими людьми смеялись. Что там за цифры у вас в личном кабинете?
Но эти люди продолжали настойчиво заниматься майнингом биткоина, и сегодня они уже летают на самолетах, покупают собственные острова и являются богатейшими людьми в мире. Это те предприниматели, которые первыми заметили новую технологию и в нее пришли. Поэтому наша с вами возможность прийти, увидеть эту информацию, понять ее и начать ее тиражировать. Тогда она принесет нам с вами самые большие возможности. Какие? Постоянное вознаграждение в токенах. Сколько работает это устройство, сколько оно включено, оно вам постоянно приносит доход. Приоритетный доступ к сервисам. В частности, каждый клиент получает 20 гигабайт DexCloud для личных нужд абсолютно бесплатно для приоритетного и секьюрного хранения своей безопасности. Безопасность, анонимность и возможность выйти при blackout, при каких-то форс-мажорах в интернет через те каналы связи, которые есть у вашего устройства. И как на этом можно зарабатывать? Давайте разбираться. Первое. Разрабатывать приложения и сервисы. Уже цепочка разработчиков выстраивается в очередь для того, чтобы предложить свои биржи, свои брокерские компании, свои банки, свои сервисы на новые технологии. Просто получать вознаграждение в токенах – вторая возможность. И третья – продавать устройства и продавать сервисы. В этом имеется золотая жила. Потому что все клиенты, покупая устройства по вашей рекомендации или покупая сервисы по вашей рекомендации, становятся вашими партнерами, и вы как предприниматель начинаете на этом зарабатывать. Наша миссия, глобальная цель компании Dex Freedom – это продажа миллиарда устройств за 10 лет. Миллиард устройств разных поколений. Первого поколения, второго, третьего, более мощные устройства, более маленькие, различные устройства. Кому-то это удавалось или нет? Да, Apple и Samsung продали более 2 миллиардов устройств каждая для своих клиентов. У нас в мире 5 миллиардов человек, которые пользуются интернетом. У нас в мире миллиард семей, счастливых семей, которые имеют квартиру и пользуются интернетом, поэтому в каждую квартиру необходимо это устройство. И почему сейчас? Ну, во-первых, как только первые счастливчики получат эти устройства, они тут же начнут их включать и рассказывать об этом, и в компании посыпется ажиотажное количество заказов на эти устройства. И, как вы знаете, на что есть большой спрос, может расти в цене. Да, вот сейчас идет спрос на биткоин, он растет в цене. Вы это видите сами. Поэтому первые счастливчики, они получают фиксированную низкую стоимость. Сейчас при заказе устройства вы получаете 100 токенов каждый день до момента почтовой отправки. То есть до того момента, когда компания вам отправит устройство на почту и оно поедет к вам. Вот сегодня купили, отправка, допустим, через месяц, целый месяц вы будете получать по 100 токенов. Вы получаете огромное количество токенов, как первые первооткрыватели. И у токена есть очень большой потенциал. Я рекомендую вам посмотреть видеообзор токеномики и узнать подробнее о токене. Доставка первой 1000 устройств произойдет за счет компании. Сейчас в компанию летит самолетом, прилетели уже комплектующие первые. Первые устройства будут выдаваться в Дубае, а все последующие будут отправляться почтой. И вот первая 1000 будет за счет компании доставка в любую точку мира. За все остальные устройства вы заплатите как за почту. Там $50 или $100 за доставку. Ну, сколько это будет из Дубая. И вот первая 1000 устройств получит самую большую награду в токенах. 30 токенов, до 30 тысяч токенов первый месяц работы. Об этом подробно смотрите токеномик. Есть тарифы. Самый популярный, самый доступный, самый простой, самый легкий тариф – $1500, $1500 USDT. Оплачивайте на сайте Dex Freedom, регистрируйтесь по рекомендательной ссылке того человека, который вам показал это видео, и у вас появляется промокод на доставку.
оформляете доставку, нода выезжает к вам, вы ее получаете. Если вы хотите больше, то берете себе 2 ноды за 3000 или 5 нод за 7500 или даже 30 DEX нод за 45 тысяч долларов. Если у вас не хватает, нету, да, или вы еще не накопили пока, но есть хотя бы 500 долларов, то вы делаете авансовый платеж и в течение года можете доплатить. После того, как вы полностью оплатите, тогда вам будет и доставка. Но цену вы можете зафиксировать прямо сегодня за 500 долларов для того, чтобы избежать подорожания. Если вдруг цена вырастет в течение года, то для вас она останется фиксированной 1500 долларов. Теперь важные новости, которых все ждут. Первое, уже есть инструкция доступна, как заказывать устройство. Вы оплатили его, получили промокод. Переходите на сайт Dexnet, оформляйте доставку, на латинице указывайте свой адрес. Первая 1000 устройств доставляется за счет компании. Все следующие вы оплачиваете самостоятельно. Токен Dexnet. Как только вы получите устройство, вам не нужно ждать, когда компания произведет листинг токена на бирже. Обычно так происходит сейчас, что компании что-то продают или продают свои токены и говорят о том, что через год мы появимся на бирже или через 2 года ждите нас на бирже. В компании Dexnet все по-другому. Токен уже с 23 ноября торгуется на бирже. Это биржа XTCOM, китайская биржа, штаб-квартира в Гонконге. У нее 6 миллионов клиентов. Недельная посещаемость этой биржи 2,5 миллиона клиентов в неделю заходят и совершают покупки и продажи. До 50 тысяч долларов для клиентов со всего мира на бирже не нужна верификация. Она не применяет санкции никаким людям из любой страны. Вы можете ей пользоваться, поэтому ее выбрали для простоты для наших клиентов. Торговая пара Dexnet USDT. Сегодня цена токена колеблется там 4-5 центов. Соответственно, считайте сами, сколько вы получите от вашего устройства. Смотрите биржевую цену и понимайте, какой здесь потенциал дохода. Но это только начальная цена токена. Еще даже только кто покупает этот токен? Это Япония, Корея, Китай, Индонезия, Малайзия, Индия. То есть трейдеры из Юго-Восточной Азии уже заметили потенциал токена и уже начинают им запасаться. Количество токенов ограничено. Можете зарегистрироваться на бирже по ссылке компании. Вы видите QR-код на экране. Можете спросить ссылку у ваших партнеров. Они наверняка уже есть на этой бирже, наверняка ее используют. И они вам наверняка порекомендуют, как правильно зарегистрироваться. Наша команда отправляется в круиз 9-16 декабря, уже совсем скоро, через 3 дня. Мы идем на целую неделю на круиз в составе 150 человек. И круиз возвращается в Дубай. Билеты, наверное, уже купить нельзя, но на этом круизе можно пообщаться с командой разработчика, с его семьей, с основателем фонда, со мной, с другими нашими активными партнерами. То есть все на этом круизе встречаемся, посещаем 5 стран, радуемся, возвращаемся в Дубай. И нас ждет с вами 15 декабря открытие, грандиозное открытие, то, о котором я говорил в начале. Масштабное открытие с телевидением, СМИ, красной дорожкой, где 500 бизнесменов из Дубая со всего мира прилетели посмотреть на открытие технологии Dexnet. Многие летят сейчас в Дубай для того, чтобы получить первые устройства Dexnode. Многие придут на это мероприятие, возможно, это будут министры каких-то государств, это будут люди из правительства Дубая. Все хотят узнать об этой технологии и все хотят начать платить за безопасность. Это наш с вами супер возможность иметь супер контакты на этом мероприятии. И мы там тоже будем, и все там встретимся, увидимся и будем это праздновать.
к этому грандиозному открытию в отеле Versace это мероприятие произойдет, Plaza Versace Дубай. Значит, туда можно попасть, даже не оплачивая за отель и за мероприятие. Стоимость мероприятия стоит $300 посещение. Стоимость отеля номер на двоих, на двое суток с заездом 14 декабря, мероприятие 15 декабря, выезд 16 декабря. Вот такой полный пансион, все включено. Отель стоит $700 на двоих. Это можно получить в подарок. Отель плюс билет на мероприятие, если по вашей рекомендации покупают три ноды, если у вас тоже есть нода. Значит, это первая возможность. Вторая возможность, если по вашей рекомендации покупают 6 нод, и у вас тоже есть устройство DexNode, то вы получаете отель $700, мероприятие $300 и перелет из той страны, где вы живете, туда и обратно, на удобные для вас даты. Все это согласовывается с нашим менеджером. Это возможность. Если вы еще больше, более амбициозны, и по вашей рекомендации продается 10 устройств DexNode, то вы имеете возможность попасть на ужин шейхом. Эта возможность существует только для 10 человек, для первых и самых амбициозных, самых стремительных, самых целеустремленных. Поэтому увидимся с вами на мероприятии 15 декабря на Grand Opening и увидимся на ужине с шейхом 16 декабря для самых избранных, для тех, кто уже включился на полную мощность. Вы можете приобрести отдельно просто билет на 15 декабря. Для этого вам нужно отсканировать этот QR-код, зайти на сайт DexNet и купить билет на это мероприятие. Вы можете останавливаться в любом отеле, не обязательно отель Versace. Но вам важно помнить, что приезжайте в отель заранее, приходите туда в длинном полплатье и в смокингах, потому что это мероприятие будет охватывать телевидение и радио, и фотографии рядом с влиятельными людьми в Дубае непозволительны с короткими платьями. Поэтому будьте блестящими, вас ждет красная дорожка и вас ждет вау-эффект на этом мероприятии. Приходите сюда не сами, а с друзьями, которые у вас живут в Дубае, покажите им масштаб запуска этой технологии. Наша с вами карта «Круиз и открытие» уже на носу декабря. Вручение нот и отправка нот нашим клиентам тоже в декабре. Мы с вами проводим вебинары среда и четверг в это время. Мы с вами проводим утренние заправки в 9:00 по Москве по будням, где мы встречаемся, заряжаемся, обсуждаем. И для вас с нами работает в помощь наша автоматизированная система в Telegram. То есть это переведено на два языка, на русский и на английский. Автоматизированная система – это Telegram-помощник, который помогает вам рассказывать о технологии. Люди коротких видео, 2-3 минутки, знакомятся о команде, о технологии, о плане вознаграждения. То есть получают приглашение на вебинар. И эта система, автоматическая система в Telegram работает как ваш помощник и снимает с вас 95% рутинных действий. То есть я не люблю заниматься рутинными действиями. У меня есть Telegram-помощник, он также есть у вас, и он работает и на русском, и на английском языке. Скоро появится португальский, итальянский, немецкий и другие языки для того, чтобы мы с вами захватили весь мир. У нас с вами есть ряд наших клиентов, которые из разряда клиент перешли в разряд активный партнер Dex Freedom и которые продвигают данную технологию так же усердно,
рассказывают об этой технологии. Эти люди горят желанием сделать других людей счастливыми, подарить нашему миру безопасность, свободу и благополучие. И я надеюсь, что кто-то из этих людей может сейчас включиться. Прошу поднять руку, если вы готовы включиться, то я готов вам дать слово для того, чтобы вы поделились этой информацией. Так, у нас есть, пожалуйста, Лучия, Александр, я вижу ваши руки. Готов вам предоставить такую возможность. Включайтесь, делитесь вашим счастьем. Спасибо большое. Добрый вечер всех. Всех приветствую. Меня зовут Лучия Грати, мне 48 лет, и я уроженка Молдавии и живу уже 23 года в Италии. С 2016 года я познакомилась с таким прекрасным бизнесом, который можно делать в интернете. И когда я в апреле этого года узнала об этой технологии, предложенной моим другом, я не знаю, как вы, после того, что услышали то, что вам сейчас рассказал Дмитрий, я каждый раз, когда это слушаю, каждый раз по-новому хочу еще раз зайти, еще раз стать партнером и еще раз купить этот девайс и этот аппарат, который так может поменять жизнь многих людей. Так вот, из простой козалинки, из простой, скажем так, хозяйки дома, я стала бизнес-вумен, потому что эта технология действительно очень приносит, будет приносить пользу людям, она уже приносит. Поэтому каждый раз, когда мы говорим об этой технологии, каждый раз, когда я рассказываю другим людям об этой технологии, они действительно остаются без слов, потому что говорят, такого быть не может, а нет, такое уже есть. Поэтому я очень рада тому, что я нахожусь в этой компании не только потому, что мы приносим пользу, а потому что здесь действительно ценности, которые я искала в бизнесе онлайн. Спасибо, Дмитрий, за предоставленное слово. Благодарю тебя, Лучия. Увидимся на круизе. Александр, приветствую. Откуда, сколько лет, чем занимаешься? Добрый вечер. Я бы сегодня хотел бы сделать отзыв, конкретно какую пользу приносит технология DexNet каждому из нас. В данном случае, кто сейчас находится на той стороне экрана, ну для вас я нахожусь на этой стороне экрана. Я приведу свой пример. Меня зовут Александр Шпомер, мне 51 год. Я живу в Германии, хожу на работу до обеда, после обеда продвигаю технологию DexNet. В 50 лет я решил, что нужно создавать побочный доход с помощью криптовалюты и новых технологий. В начале года я пошел, отучился в криптоакадемии и в конце обучения узнал о технологии DexNet. Технология DexNet, проект DexNet очень сильно отличался от других своей глобальностью, масштабностью и быстрым развитием. Я тут же вошел в этот проект на идеи и сразу же попал в общество успешных людей, лидеров, которые с нами делились своим опытом и также хотели, чтобы мы быстро обучились развитию бизнеса в интернете. То, что я сам для этого искал. Сразу же через месяц начался марафон, 90 дней, бизнес-марафон. Я также его прошел. И после этого все только началось. Я принял участие в открытии офиса DexNet в Дубае, где лично познакомился со всеми лидерами сообщества Dex Freedom, лично знаком с Алексеем Кедо и также лично знаком с Игорем Бонтари. На открытии присутствовал шейх, что такие вещи в жизни просто так не происходят. Это о том, что благодаря технологии DexNet у вас перенесется вся ваша жизнь. Каждого, лично каждого из вас, кто воспользуется этой технологией. Но на этом все не закончилось. Теперь мы уже с женой едем вдвоем на открытие глобального мероприятия DexNet в Дубае.
что в начале года в таких глобальных планах даже ну, не возникало никаких идей. Вот что делает технология DexNet. И хочу резюмировать. Я планирую войти в первую тысячу миллионеров Dex Freedom, так как являюсь владельцем нод первой тысячи, а это обозначает первые 1000 человек, кто приобретет ноды DexNet, станут долларовыми миллионерами раньше, чем за 6 лет. Согласно тек-экономике DexNet и приличной встрече с Игорем Бондарем, он мне это подтвердил еще раз. Так что, кто хочет присоединиться к нам, к обществу успешных людей, добро пожаловать на борт, и будем вместе продвигать технологию DexNet. Вот такой вот мой... Александр, благодарю тебя. Вот ты сказал о марафоне 90 дней. У нас скоро запускается еще один марафон, уже второй поток на 90 дней. Осталось нам еще, чтобы к нам попросились 10 человек. Как только будет 50 человек, у нас запускается марафон. Что ты на этом марафоне получил и что ты начал делать, то, чего раньше никогда не делал? Да, вот я тоже хотел от этого отметить, да. То, что раньше я искал сам, пока я не пришел, не включился в технологию DexNet и в сообщество Dex Freedom, что я научился? Меня научили, в первую очередь, вести бизнес в интернете. Во вторую очередь, меня научили вести правильные социальные сети, что раньше я никогда не делал. Меня научили... И до сих пор подсказывают, как правильно записывать и вести ролики, что, в принципе, до этого я вообще думал, что это не мое. Сегодня я это делаю каждый день, и уже стало нормальным явлением. Также на марафоне 90 дней очень сильно отработана команда, работа в команде. Вот это то, что мы являемся сообществом единомышленников, и мы стоим плечо к плечу друг к другу. Вот этот такой не очень сильный нюанс нас сильно продвигает ближе к успеху. Александр, а сколько таких устройств приобрела ваша семья и твои партнеры? У нас я приобрел 4 для каждого члена семьи. Благодарю тебя за твой отзыв. Увидимся в Дубае. Друзья, все, кто приедут в Дубай на 15 декабря на наше грандиозное открытие, мы со всеми здесь увидимся, все повстречаются с разработчиком, все возьмут в руки ноды, потрогают, все увидят всех, весь масштаб, весь бизнес, который присоединяется. И это событие вы запомните на всю вашу жизнь, как рождение новой технологии, создание, запуск платформы DexNet. Поэтому встречаемся в Дубае 15 декабря или раньше. Если у вас есть вопросы, то обязательно их задавайте вашим партнерам, которые вам показали это видео. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там уже у вас есть ответы на вопросы на русском и на английском языке. Мы с Алексеем Кидо проводили множество брифингов, на котором он множество раз отвечал на самые невероятные вопросы по технологии, технические, бытовые, по безопасности, по токеномике, по развитию. Эти вопросы содержатся на нашем YouTube-канале, вы можете на все на них найти ответы. Обязательно смотрите видеопрезентацию подробного бизнес-плана, которая будет завтра. Завтра в это же время наш топовый спикер, выдающийся человек, который создавал огромные команды, его наставник создавал команды более полумиллиона человек. То есть завтра вам будет рассказывать все самые интересные особенности при развитии бизнеса, при продвижении этой технологии в интернете. Поэтому расширяйте свои знания, получайте больше информации и дарите людям безопасность, свободу и благополучие. До встречи завтра. На этом у меня все. Пока-пока.